Дорогие друзья, через несколько дней я завершаю свою миссию в Мехико в качестве посла Российской Федерации, возвращаясь в Москву. Хотел бы прежде всего поблагодарить всех вас за внимание, дружбу и сотрудничество, за готовность вместе отстаивать престиж и интересы нашей страны. Большое спасибо всем сотрудникам посольства за их командный дух, обеспечивающий не только успешную деятельность нашего учреждения, но и способствующий развитию всесторонних российско-мексиканских отношений. Особый поклон соотечественникам, с которыми мне приходилось встречаться практически во всех штатах Мексики, и тем, которые, оставаясь жить и работать в Мексике, не теряют связи с Родиной, сохраняют свою идентичность, ощущают себя россиянами, болеют за нашу страну. И, конечно, большой привет моим мексиканским друзьям и коллегам по дипломатическому корпусу, с которыми пришлось здесь работать и вместе проводить время. Мексика – прекрасная и яркая страна, богатая своей культурой, традициями, историей, самобытным и гордым народом с горячим сердцем и пламенной душой. От души желаю им всем успехов и благополучия в эти времена грядущих перемен, как было обещано во время недавних, прошедших на днях выборов. Всем-всем самого доброго. Удачи, успехов, здоровья. До свидания.